Ну что, друзья, здравствуйте, с вами Херодота, это Игорь ГХК, голос именно его, а сейчас тут в компании со мной сидят еще такие известные личности, как Кадлс, ну и менее известные личности, типа Мэдисон, Мобстер. Я смотрю, у тебя шутка не меняется от эфира к эфиру. Ты вообще, зачем что-то менять? Ну да, действительно. Всем здравствуйте, друзья, у нас сегодня жеребьевка, и у нас есть специальная машина, которая, как обычно, помогает нам из сезона в сезон. Который точно рандомно все делает случайно. Невозможно результаты подделать. Я думаю, что... Там, я знаю, что, возможно, там бумажки можно нагреть заранее, как FIFA и UEFA делают, чтобы... Продырявить специально, да? Да, продырявить, там, намазать клеем. И... Да. Да. Ну что, давайте приступим. Чем мы тут заселились? Итак, у нас есть 16 групп. На ваших экранах как раз-таки та самая машина, которая будет выбирать сейчас команды по очереди. Ну да, что? 63 команды. 63 команды. 64 команды. 64. Ну, 63 и драфтовая, да, которая 60. Еще пока неизвестно будет. Ну и, грубо говоря, 62 команды, потому что одна из команд женская. То есть кому-то повезет очень сильно то, что ему попадется драфтовый стак. И действительно появилась женщина посреди экрана. Среди группы таблиц 62 команды, если не считать женскую и рандомный стак. И, ну, из тех, кого я знаю, из стаков, которых я знаю, я могу отметить стак World Elite. Наверное, уже можно составы примерные говорить? Да, можно даже не примерные. Я даже не знаю, я точно не знаю, кто в итоге будет играть, но изначально их заявка такова. У нас, подожди, сейчас скажу, там они что-то меняли. Кейк, Нексус и Бах... Кудоку, видимо, Секси, Алёшка. Вот ну, так. Это Алоха Дэнс, видимо, и Гудок, да. Но тот, меня Гудок, просто да. Сегодня уже несколько раз спрашивали, очень много фанатов Максимки Гудка были. Максимка Гудок играет в World Elite с Нексусом. Ну, просто сейчас я думаю, что те, кто знает про Доту, немножко про составы, понимают, что, в принципе, скорее всего, этот стак и будет фаворитом своей группы. Ну, и кроме того... Стак моих друзей тоже играет, где я приму участие в качестве сапа. Да, если быть точным, я сейчас даже назову состав полностью. Да, но я его сам могу потом назвать. Если что, вы не переживайте, в отличие от Кубка Раков, тут нету читеров, там чисто мои кореша. Мы, скорее всего, проиграем все матчи, там просто мои друзья казах, там ничего вообще интересного такого на самом деле нет. Про геймер, Владуха, вы их даже не знаете, мы просто папочки вместе катаем. Ну и я сыграю. Я просто надеюсь, что я не попаду в группу с World Elite, и мне достанутся драфтовые и тёлки, тогда, может, выйду из группы. Ну что, поехали. Давай, Ир, доставай первую команду. Красная группа, первый слот. Мы сейчас будем прям по очереди вот в каждую группу по одному, по одной команде засовывать. Ира? Команда... Психоклан, да, вот сейчас я точное название команды еще, чтобы вот никаких не было. Люди часто обижаются, что их не так написали как-то. Психоклан, через нижний слэш даже. Вот так вот. Ну что, это первая команда красной группы. Да, в ней нет Максимки Гудка, если что, поэтому... Поэтому никому не интересно. Давайте-то мы сейчас заполним, то есть вот первый круг, да, и выведем. Хотя я не знаю, как лучше сделать, честно говоря. Давай по две. Как мы всегда делаем. Давай по две. Так, теперь синяя группа и, соответственно, первый слот. Голубая группа, там написано Blue Group. А, есть еще... Господи, я даже не знал таких цветов-то. ФТВ. Вот так вот даже команда называется. Так, сейчас, секундочку, сейчас я все на стрим выведу. Пока очень сложно сказать. Мы примерно команды знаем, некоторые вообще не знаем. То есть вот у нас очень много новичков в этом сезоне, очевидно, потому что регистрация закончилась там за меньше, чем за полтора дня. За что спасибо, наверное, можно сказать, Геймпайлоту и Мэдисону. Нет, если ты перечислял состав, я бы, может, кого-нибудь из игроков тебе и сказал, но тут я тоже... Из названий стаков я вообще ничего такого знакомого не увидел. По-моему, Феникс еще команда. Что-то такое я слышал на каких-то любительских турнирах или в Семипро, по-моему, видел ее. Сейчас, секунду, здесь что-то запоролось по дэшке. Не водится команда. А, нет, появились. Нет, там, а, женщина пропала. Женщина пропала, да. Ничего страшного, дальше и так сможем. Все равно на нее уже посмотрели, не, вернулась. Там просто... Опять пропала, вернулась.
Я... Да я вижу, что на стриме происходит. Нет, ну я же, типа, скоро комментировать буду, мне надо... А, ну, скилл наработать, да. Да, конечно. Мы сегодня скилл уже чуть наработали. Да, мы сегодня с мобстером две игры провели, в принципе, неплохо получилось, я считаю. Ладно, поехали дальше. Итак, желтая группа. Ира. Желтая группа. EVT Crew. Вот так вот команда называется. EVT Crew, команда желтой группы. Это как саньё. Можно стебаться, знаете, каждую группу комментирует желто. Цвет мочи. Женщине смешно от моих шуток. Хотя мне самому это даже не понравилось. Я прям почувствовал себя ванскором. Неудачно пошутил. Да, кстати говоря, у нас не надо отсасывать, чтобы попасть. Достойный преемник. Ну, а что? Ну что, давай, Ира, следующая. Белая группа, первый слот. Расовая верная группа для... Черная лошадка. Название команды просто потрясающее, на самом деле. Прекрасно. Был бы White Horse, и попал бы он в White Group, вот это было бы действительно клево. Ну да ладно. У нас, знаешь, у нас получается так, что черная попала в белую. Я вчера смотрел фильм... Этот жанр называется игры. Интеррейшн. Я просто вчера смотрел фильм «Железное небо», там тоже в итоге негр занимался сексом с арийской женщиной в конце. Серая группа дальше у нас. Да, следующая серая группа, сейчас я на стрим выведу то, что... Или, возможно, это группа имени Саши Грей, как знать. Наверное, Ира. Достает бумажку. И мы видим... Спартанс, как-то так. Последние спартанцы. Да. Только даже не знаю, сколько их там в конце-то осталось. Ноль, наверное. Но ничего страшного. Это последняя пятерка, которая просто будет. У них, наверное, Саня Леонид в команде есть. Теперь голубых персов группа. На самом деле это довольно забавно, потому что есть просто голубая группа, есть персидская голубая группа. А до этого, вот если бы спартанцы попали в группу с голубыми персами, ну, то есть вы понимаете историческую аллюзию в данном случае, нет? Голубые персы, спартанцы, царь, ну, да, Леонид. Да. Леонид, ладно, практически... вам не понять, давайте. Достаточно образованный. Да. Особенно Кадлс. Да, даже не имеет... Следующие? Да, давай, следующие. Персин Блу Групп. Бильбо Гейминг. Ну, это хорошая команда, мне кажется. Мне кажется, она называлась Бибо Гейминг или нет? Нет, нет, она четко списывалась... Нет, Бибы? Это плохо. Бильбо Гейминг, персидская голубая. Они, кстати, это была самая первая группа, которую оплатили. Первая команда, которая платила. Да. Не считая инвайтов. Значит, какие-то богачи. Ира, кстати говоря, со всеми командами пообщалась чуть-чуть, ну, то есть на стадии как раз-таки принятия заявок, и она может сказать, кто из них больше адекват, кто меньше адекват, но, наверное, не будет на стриме об этом говорить. Они все узнают в лобби. Все узнают в лобби, да. Давай дальше. Феникс — самая сильная команда. Следующая оранжевая группа. Ядрёна Рать. Тут, в принципе, логика совпала. Ядрёна Рать. Жду, когда мамка зайдет на задний план. Там скорее муж может зайти на задний план. Нет, он ушел. Ушел? Все, бросил тебя муж. Наконец-то. Давай, коричневая группа. А ты-то что радуешься? А, честно, будешь сейчас шутки про коричневое? Ну, естественно, я уже даже услышал. Russian Power. Russian Power. Как символично. Символично. Вот, прям перед стримом мы обсуждали. Нет, и вот... Кстати, вот это, видите, нормально, шутки все смеются. Вот Оливия с голубыми перцами, она не... Нет, пришла. Смеются только хохлы. Я лично вообще не смеюсь. Russian Power. Если бы она была в White Group, я бы понял. А так как-то странно. Ну ладно, коричневая с русских парней. А тебя, Карлос, а как переводится Сиан? Игорь, ты видишь цвет? Ну, я не знаю, как он называется. Это какой, чайный? Это как, знаешь, есть тест на IQ, там, где слово написано, скажем, красным, а написано желтый. Вот ты этот тест, как думаешь, прошел? Ну, я не знаю, как... Ну, ты можешь мне сказать-то, как человек со стажем? Ну, ты видишь этот цвет какой? Чайный. Я не знаю, как он называется. Какой чайный? Ты когда видел чай такого цвета? В героях третьих такой цвет назывался чайным, поэтому я называю его чайным. Короче, сионистская группа, не знаю, чуаньская. Группа имени Чуаня. Да, группа имени Чуаня, давай. Так, ладно. Название бирюзовый, кстати, я с трудом, правда. Victory for Fun. Вот. Ну, обычно в Victory бывает for fun, но мне кажется, у ребят будет defeat for fun, скорее всего. Ты прям уже хоронишь команду. Я не знаю, насколько она сильна.
Ну, просто если ребята for fun пришли играть, это значит, что у них пердак лопнет после первой же игры. Обычно люди говорят, мы for fun, а потом сразу сгорают. Ну, это такое вот, на опыте. Томатная группа. Тут все просто. Просто помидорчики. Нет у нас там какой-нибудь команды Uncle Ben's? В прошлом году, была команда, так и называлась, Tomato Team. Записывай. Да записываю уже, все записываю. ТНД, да? Угу. Хорошо. Вот, уже вот постепенно формируется вот нынешний сезон. Интересно, что вообще покажут. Но обычно первый круг этого прям вообще... Прям вообще мясо прям невероятного количества. Но сначала еще драфт надо проводить. В смысле, сначала жеребьевка, потом драфт еще будет. Так что, скорее всего, в начале следующей недели будет начало. Ставлю задницы Мэдисона на фениксов. Хорошо, друзья. Дальше. Вот уже, кстати говоря, многие должны понять, что вот как организаторы плотно подошли к организации турнира и как все это выглядит. Да, я удивлен, то, что появляется название «Женщина в середине экрана». «Женщина в середине экрана». Ощущение, что это не, даже на Старладере, например, почему факера не сажали, он еще не доставал? Это потому факер, что, наверное, там лига и там 16 команд, это не важно. До того, как у нас бюджет немного поднялся, мы смогли купить вебку, нас обвиняли в том, что мы заплатили 100 рублей школьнику, чтобы он якобы изображал женский голос. Давай, типа, Ир. У нас есть тело. Даю. Могли действительно сэкономить. Розовая группа. Это, Wait For It, все, это команда у нас с первого сезона, эта команда приходит, ребята никогда ничего не выигрывают, просто ничего. Он написал, там была графа, типа, скиньте ваш WebMoney кошелек, куда перечислять приз. На что капитан команды ответил, какой приз, вы в своем уме, вот что-то вроде этого. Так, покажи член, это не я на веб-камере, сразу говорю. Вы уже могли об этом догадаться, потому что я... Рот не открывается одновременно. Да-да-да-да-да. Давай, зеленая группа, Ир. Ананасик, наверное, Pineapple. Да, это команда Ананас. А почему нет слова «экспресс» после Pineapple? Они не продумали полностью. Гудочек Изи Вин. Но смотрите, Ананас попал в зеленую группу. То есть логика-то все-таки какая-то у судьбы есть сегодня. Вы что, кинули, что ли, кого-то? Тут пишут, что укидало. Конечно. Каждый день кидаем всех. Ладно. Вопросов больше не имею. Мобстра, а у тебя нету потного стака на кап, спрашивает. Откуда? Дальше, Игорь. Если был бы, я, наверное, бы сам участвовал бы. Эх, такие деньги. Это 64 тысячи рублей, ребята. Ну, я вот решил взять слот. Я честно оплатил 1000, но как бы я потных, Игорь, не стал даже брать. Давай, Cream Group. Все равно гудок ушел в другой стороне. Сейчас, если будет там женская команда The Team в Cream Group, я вообще буду очень смеяться. Я параллельно, кстати, буду чат читать, ребят, тут как-нибудь попробую вставить слово, ответить на ваши всякие интересные Гоши вопросы. Гоши Суперстар. Да, команда тоже играла у нас... Мои любимки. Что-нибудь твои любимки? Ну, не знаю, я очень расплакалась, когда они вылетели. Ты вообще ревешь по поводу и без, мне кажется. Ир, когда последний раз плакала? Вчера. И какая была причина? А, нет, не вчера. Когда мы там играли кап, и я расплакалась из-за того, что Дазл не нафармил ничего. Да, видимо. Короче, нет, я сейчас расскажу историю. Если у вас Дазл фармил... Подожди, я расскажу сейчас историю полностью. Мы организуем Excellent Moscow Cup, и мы там хостили игру. И играли две совершенно незнакомые Дейр команды, то есть профессиональные. И там была одна команда Дазл, которая не нафармила. Она разревелась, потому что он не нафармил. Вот. Я к тому. А он должен был нафармить? А он какие был... страсти-то? Боже. Вообще. Давай, Джейд Групп, Ир, давай, доставай. Мне кажется, и не надо смотреть Херодот третий сезон, а то там... Буррито с сыром и салатом. Господи, как... Я напишу просто буррито с сыром. А там уже дели. И с салатом. Получается буррито сис, короче, в общем. Нормально. Ну почему бы и нет? Дальше? Да, давай, группа Lime Group. Старые друзья попадают. Мэдисон, как тебе название Old Friends? Мне все названия не нравятся. Я действительно прикольных названий практически не увидел. Вот если бы была команда Dazzle, которая не нафармила или что-нибудь такое, вот это чувствуется полет. А так, в принципе, все достаточно примитивно. Ну что, закончим первый круг на Wild Group? Я просто уверен, что World Friends, они на самом деле не такие уж и old, а если просрут пару матчей, то и Friends, скорее всего.
на этом закончится. Invincible Russia. Как у нас много патриотичных названий-то вообще. Ну, да. И прикинь, это Invincible Russia проиграет какой-нибудь Сало уронили команде, хотя такой нет. Но это опять-таки хороший... У нас есть хороший... и Череповцов, по-моему, команда. Причем тут вообще Череповец, это какое отношение к Салу имеет? Череповцы люди уже давно не ели не то, что сало, но и вообще еды. Ты путаешь, видимо, с каким-то украинским городом. Давай. Давай, теперь опять, теперь мы идем наоборот. Теперь Violet Group, второй слот. Или вот может Мэдисон цвета выбирать, или Мобстер, предположим. Ну, соответственно, чтобы был второй. Чтобы... Я не различаю цвета, мне все. А там подписано, у меня та же самая проблема. Но. Ну, доставай. Я хочу еще одну команду в White Group. Давай, так в White Group, да? Давай. Да. Ир, кто там у нас? Так, это прям даже сложно уже. Что-то Team Asinizat, Team S and Dance. Короче, жопа и танцы. Подожди, я не успел. Можешь, пожалуйста? Игорь, Team S and Dance. S-C. S-C. E-N. Говорить французский Asinizat. Все, 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 нашел. Кстати, музычка. Че, какую-нибудь музычку на фончик? Нет, 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 музычку из Диснея, помнишь? Там, где пам-парам-пам. Пам-пам-парам-пам-парам. Как так красиво шутит. А у нас в этом так сезоне будут хорошо шутить будут же, да? Да. Ну, мы нет. Это точно, мы обещаем. Так, а женские команды еще пока нету, да? Да, команда нет. Женская называется The Team. Еще женская команда... Так называется просто. Команда-команда, да, в общем. Да. Еще хочется я сказать, думал, женщин, что... Хотя бы, говорят, у женщины есть воображение. Да, я как раз хотел сказать, если играть не умеет, то хоть придумать могли что-нибудь, типа Team Little Tits and... Не знаю... Cherry Lips. Давайте дальше. Еще есть одна команда, в которой есть девушка. Она называется Real Street Maverick Hustler 228. Вроде бы. Вроде бы. В томатной группе ТНД команда. Кажется, что там команды нет. На самом деле там и есть команда. Кадлс, выбирай цвет. А, кстати, правда. Не очень затруднительное положение. Сейчас я выберу цвет. Хорошо, что нет команды ТБО. Вот что я подумал. Какой? ТБД. ТБД. А, ТБД, да. Да. Ну, Кадлс. Ну, голубые персы. Ну, Игорь, что-то не слышит. Голубые персы, Ира, доставай. Что за предрассудки? Команда Херодот попадает голубым персом. Команда, да, там. Еще Биба Гейминг, так что все. Ну, Мобстер, теперь тебе нужно будет выбрать цвет. Почему в томаты группе я никого еще не вижу? Там ТНД написано. Давайте кого-нибудь добавим в томаты группы. ТБД и ТНД, я различаю. Мобстер, не кури больше. Тебе же говорили об этом минут назад. Либо слушай людей. Я, конечно, понимаю, что такая женщина в конфе вообще ничего не влетает в ухо. А он там расчехлился, небось, уже сидит там. Что? Нет, он чего? Ты что, в этого, что ли, учился юмору? Он скоро закал. Давайте уже дальше. Давай в ТБД, давай в томат. Да-да-да, чтобы разбавить, а то как-то это выглядит. Вы Игорь все-таки сделал кнопку. United Sexy. Президент. То есть в команде 5 президентов. Угу. Ох, я хочу, чтобы Мэдисон выстрелил эту группу уже. United Sexy Presidents. Почему именно эту группу? Мне, например, нравится... Пока никакая не нравится. Я хочу знать, где женская будет команда. Вот это я бы взял. Дальше давайте. Сейчас, подождите, тут название команды очень... Давай длинное. Я тогда буду просто давай. Говорить. Серая группа. Ну, чтобы ускорить процесс, целый день можем соревноваться. Типом. Да. Ты дом называется команда. То есть это как бы такое намек на то, что человек стал домом, и ему прям говорят, ты дом. Уходит в серую группу. Ты успеваешь, Игорь? Да-да-да, все, бодрячку, давайте. Просто United Sexy Presidents пока на стриме еще пока а нет. А я сразу по две добавляю просто. Давайте в желтую. В желтую? Да-да, в желтую. В желтую люблю. Как EVT Group. Expressive Gaming. Вот. Такие это, по-моему, наша бывшая фера. Это которые без играют борща. Без рака и дебошира. Борща, да. Да. Борща? Да. Что, что-то да. интересное? Мол. Ну, у нас в прошлом сезоне была команда, называлась Афера. И они были очень интересные такие, на действия на свои. Они... А у кого мама мышку обрезала? Не где? Помню. Это уже сложно вспомнить, да, какая-то команда, она вылетела. Красная вот группа, мне кажется. Афера там запомнилась тем, что они писали постоянно Е, 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 Е. Красная группа, Игорь? Да, красная группа, я слышу. Еще одни мои любимки. А сколько в этой шапке лежит твоих любимых? Fairy Tail, я думал, это...
сочетание не употребляют ни во множественном числе. Хотя, наверное, употребляют. Ну, вот эти парни у нас очень хорошо выступали, то есть оба сезона. И, то есть они под разными именами, конечно, были, но они играют очень сильно. То есть это хорошая команда. Фейритейл вообще себя не меняли. Вот за всю игру они не сделали ни одной даже замены. На самом деле, мы с этой командой познакомились на Кубке Раков. Мы с ними против них играли. Давайте-ка разбавим коричневого немного. Коричневого немного? Ты все по жести, да, вот идешь? Я не по жести. Урал Самурай. Который я различаю. Смотри, Russian Power, Урал Самурай. Ну прям в говне Россия, в говне, в коричневой группе. Что ты там говорил? Типа Fairy Tail на Кубке Раков нормально выжигали? Нет, нет. Они были на Кубке Раков по другим немножко названиям, не помню уж под каким. Мы их позвали к себе, и они там вот первый сезон к нам пришли под старым названием, а потом уже переименовались чуть-чуть, насколько мне известно. Но ребята хорошие, хорошо играют. Очень хорошие. Быть на Урале вообще. Давайте в синюю группу хоть порадуем сегодня синий свет, потому что сегодня Динамо 4-0 проиграла. Кстати, Мэдисон, ты поплакал? Я знал еще 3 дня назад, что будет слив. Пушит. Не переживал. Пушит. Откуда ты знал, что будет слив? Я сегодня... Да почти все знакомые, которые хоть какое-то отношение к клубу имели, сразу говорили, что будем отдавать этот матч. Просто то, что проиграли, я думал 1-0 будет, ну, как обычно, договорники, но тут что-то они, видимо, заодно и тренера решили поменять. Например, Жирков отказался сегодня сливать, поэтому его убрали из состава в последний момент. Пушит. Давайте вот в оранжевую группу кого-нибудь. Пушит, кстати, очень сильная команда. Прислот. Вот, да, это драфт, то есть это команда драфта будет здесь, займет свое... место. Вот чувствую название Ядрёна Райт, наверняка какие-нибудь дебилы. Ну, в смысле, нет, я уважаю всех. Ну, тихо-тихо-тихо, ребят, я сказал, ну, не то, что дебилы, я имел в виду, ну, типа, идиоты. И туда еще попал драфт, то есть рандомный стак. И вот эта группа, мне кажется, это просто конфетка, на самом деле. Знаешь, Илюх, два сезона подряд команда с драфта доходили до плей-оффа. Да. Это многое говорит вообще. Ну вообще, ну, да. Особенно во втором сезоне это говорило о многом, потому что во втором сезоне состав был про-серия, по сути дела. То есть вот там в последнем групповом этапе, где было 4 группы, там вообще вся про-серия была. Но я не верю в рандомные стаки. Розовые группы. Розовые? Окей. Костя, давайте подтасуем, чтобы еще World Elite команда в коричневую Focus группу попала. Ой, Focus Pro, у меня горит от этой команды пукан вообще. Смысл в том, что парень из этой команды капитан. Он просто... У меня личку ВКонтакте просто уничтожил, мне кажется. Но зато ты славно теперь ударение ставишь в слове «пукан». Зеленая группа. A New Slaves, или как так? Slaves. Новые рабы. Рабы. Вот уж действительно странное название для команды. Вспоминается американская песенка «Slaves, Slaves, Slaves». Что-то там такое было. Я не думаю, что есть американская песня про рабов. Я видел у этого, у Рэя Уильяма Джонсона. Хорошо. Дальше. Давайте дальше. Давай Cream Group. Гусь Суперстарс. Вот к ним давай кого-нибудь. А можно ее назвать Cream Pie Group? Noisy G. Как-то так. Или не Noi. В общем... Noisy G, я понял. Вообще, можно все группы связать с жанрами кинематографа. Noisy G. Так. Лайм групп почему-то одна команда до сих пор в лаймовой. Лайм же это так прикольно. Асура. Асура. Я знаю человека с ником Ахура, может быть это он один. У меня же сердце ёкнуло сейчас просто. Когда сказал Асура? Когда он сказал Ахура. Да что такого-то? Да нет, ничего, все в порядке. Так, ну что, давай, у нас осталось 3 группы, куда можно засунуть кого-то, это... Бирюзовая группа, Jade Group и Violet. Чё ты взял, что она бирюзовая? Так в чате написали. Это я сказал, а они... Знаешь, если все делать, как пишут в чате, то ничего хорошего не получится. Да, я начал играть в Half-Life по этой причине, да. Да, я, видимо, должен трахнуть себя в задницу. Давайте дальше. Какой цвет? Илья Skype сменил? Да, сменил. Jade Group, давай туда. Moscow Fire Wheels. Московские... Moscow Fire. Тогда сворачиваемся, отдаем приз. Moscow Fire Wheels. О боже. Московский огонь к колесам. Да. Мне кажется, именно так это переводится. Так, ну что, поехали дальше. У нас осталось две группы. Бирюзовая и Violet.
Так, давай, бирюзовую. Сама решила, то есть, да? Да. 69 рей. 60 рублей это... гейминг. Мне кажется, это 59. Поза. 69. Поза, да, 60. Ну там рей, понимаешь, то есть как бы тоже. А может быть это П? Ну. Да, если это 69 porn gaming, как тебе вот? Ну, тоже возможно. И последняя группа на этот круг. Я Violet. Union. Интересная команда. Они не смогли сделать себе... Интересное название. Они не смогли сделать в Доте вот этот... Вот этот они сделали себе. Нет, они в Доте не смогли сделать этот символ. И нам написали, что мы переименовываемся. То есть вот настолько они прям... Ну они просто не захотели создавать еще новую команду. Да, ребят, то, что не зарегистрировался спартанец, который прыгает издалека и не попал в персидскую группу или... Против команды Last Spartans, это я тоже просто негодую. Ну, видимо, у людей просто не хватило времени, чтобы зарегистрировать. Может, кто-то попросит админов переименовать их команду в спартанец, который прыгает издалека. Но я не намекаю, а то завтра 62 заявки будет на переименование. Шут. А уже нельзя менять название? Да, естественно. Так, ну что, идем дальше. Кадлс, выбирай группу. Давайте посмотрим, что будет в коричневой группе еще. Может быть, турник там появится. Турник. А есть команда Турник Гейминг? Нет. Блин, так... Когда я выдумывал название, я вообще ничего придумать не смог, и мне надо было быстро сориентироваться, так как слоты кончались. Вот, а теперь такая... Турник Гейминг. С этим названием можно было куда угодно бы заявляться. Green Zone Team. Кайдлс прям взял и... Испортил просто. Надо было, чтобы туда дальше мобстер выбирал, понимаешь? Вот давай мобстер, вот сейчас выбирай. Я еще выберу. Сначала подождите. Сначала давайте в желтую группу сейчас команду. Желтую? Да, в желтую. Я всегда выбирал в желтую. Что О, боже мой. Это покушение на частную собственность. Dark Череповец Players. Как раз-таки люди, у которых... Вы знаете, что самое смешное, если сократить, получится ДЦП? Классно, блядь, как же классно. Тише, Илья, у нас нельзя там. Да. Извиняюсь, но это действительно уморительно. Извините, никогда больше ничего такого. ДЦП из Череповца. Да, Череповец. Это же в Аматорке была какая-то команда, которая называлась Вечерний Челябинск. Вечерний Челябинск. Звучит как женская команда из Челябинска. На самом деле звучит как блестящее название для какой-нибудь блюзовой песни. Mm-hmm. Нет, ДЦП, вот, честно, смешные сокращения. Я хочу белую группу. Белую? По полной, да, пожалуйста. Можете достать туда. О, твой любимый. Генерал плюс 4. Это легенда просто нашего турнира вообще. Так это правда, что генерал школьник? Да. Остальные 4 его учителя. Причем он был на первом сезоне, у него была команда «Генерал плюс 4», на втором сезоне он был в составе команды «Флаг с Дагоном», и вот теперь опять «Генерал плюс 4». Вот, ну просто. Здорово. Илья, давай, выбирай. Так. Давайте лаймовую группу еще раз. То есть вот все-таки Касури еще кого-то хочешь, да? А, что-то еще. Golden State. Warriors. Уходит в... в лаймовую группу. Как, подожди, Golden State уходит. Да. Мне послышалось Warriors, думаю, что за команда. Нет, есть просто Golden State Warriors. Ну, это, по-моему, из баскетбола, что ли. Я не знаю, почему я вообще вспомнил это словосочетание. Не важно. Антон. Давайте оранжевую группу. И к ядрёной рате, и команде. Самую слабую, на мой взгляд, пока группу. Golden Children. Еще одни Голдены. Ты вообще-то совал или ты как в дурака, знаешь? А где шутка про Тимати, подождите. Что? Что с Тимати не так? Он играет? Ну, вот как с Аллюзией, с Персом никто не понял. Аллюзия с Тимати тоже. Нет, ну я понял немножко, что золотая молодежь. Но... Если бы вот попал в коричневую группу Golden Children, мы можем перенести. Нет, мы не будем этого делать. Мы уже не будем ничего переносить, действительно. Давай. А сколько еще команд с названием Golden? Типа Golden Rain, там, я не знаю. Было бы клево, если бы была команда Golden Rain, попала в Yellow Group. Или хотя бы в Lime Group, да? Хоть как-то близко. Brown Snow и коричневый. Давай, Ир, в серую доставай. Когда же будет команда Madison-то уже? Не знаю. Да это не важно.
Holy Inquisition. Короче, вот. Я напишу Hits. Не, напиши прям Holy Inquisition. А там может не влезть. А, да. Ну, Dark Череповец ты пытался полностью. Почему ДЦП ты не написал? Ну, потому что... Обидно, да? Что такое пу? Players. Ладно. Дальше? У тебя вообще получился Dark Череповец, блядь. Ты... Ой, извини еще раз. Да-да-да, я понял, да, я сейчас переделал. Dark Сес... Дарк Гришка. Нет, ну ты что-то не тот писал явно. Ну, Клеш не мешает, видимо. Так это польская фамилия получилась. Давайте дальше цвет. Кадр, давайте ставь. Красную. О, ладно. Красный так красный. Феникс. Ну есть, вот, вот, большинство фанатов, которых я вижу в чате, как раз собирались болеть за Феникса, и они ушли психоклану Фэри Тейлу. Бедный Фэри Тейл. А что, за команда Феникс типа сильная команда? Ну, вроде я их где-то видел. Что-то, по-моему, может, играл против них. Что говорит сейчас о скилле, да, команда? Можно, кстати, по Dota Buff посмотреть, что там за тим. Итак, давай Херодоси кого-нибудь запихнем-то. Давай Херодоси. Вдвоем с Бильбом. ДПВЗ. Ну, прекрасно. Молодец, Ирина. Причем, по-моему, уже второй раз, когда я пихаю. Да, да, эти команды уже встречались у нас. ДПВЗ... Очень сильная команда. Сори. Вот достала все-таки самую сильную команду, наверное, одну из самых сильных команд Херодоти. Ну что, остается еще бирюзовая, томатная, розовая, желтая. Томатная. Ну хорошо. Все, женщина берет свою. Хочу томатную. Я тоже буду болеть за Дарк Череповец, кто-то в чате. Try your best. Темные череповецкие игроки, интересно, они реально черные или к чему бы это? Не знаю, в Череповце есть институт дружбы народа? Мне кажется, там есть, скорее всего, какие-нибудь огромные трубы, из которых валят копоть, и все плеерсы Череповца становятся. Там же завод Северсталь. Кадлс, выбирай. Видимо, всех в тупик ставлю своими знаниями про Череповец. Давайте дальше. А ты был в Череповце хоть раз, Мэдисон? Господи, помилуй. Тут, значит... На Игре был. Я там родился, между прочим. Так это, может, ты ДЦП представляешь, нет? Какой цвет? Фиолетовый, да. Цвет сексуальной неудовлетворенности. Пришел мой. Просто ярый фанат. Кадлс достал команду, которая названа в честь него просто. Real Street Maverick Hustler 228. Ну, это мой сценический псевдоним. Я просто слышу, что рэпер должен быть. Ты еще хуже изменил Dark Череповец, превратил в Dark Черовец. Сделай просто ДЦП, я тебе серьезно говорю. Dark Черовец. Ты бы еще Dark Червонец написал, знаешь. Все, сейчас получится просто. Dark Череповец. Да не влезает оно, ДЦП напиши. Нет, я справлюсь. Череповец. Ты не знаешь, как пишется Череповец, мне кажется. Игорь, возьми в документе, коперни и вставь. Оно слишком длинное в документе. Да, коперни тогда, Дарк Череповец, и вставь. Все, я сделал нормально все. Все готово. Давайте дальше. Антон, подождите, выбирай. А кто эти Real Street Maverick? Давайте-ка Пинг групп. Пинг? Пинг. Розовая. Попингуй. О, Rage Cats. Rage Cats известен тем, что там играет восьмиклассник, который очень, очень силен. Да. Серьезно. Он прям реально... Восьмиклассник, который очень силен. Точные названия просто для следующего кубка. Запоминайте, кто хочет участвовать. Восьмиклассник, который очень силен. Да, да. Остается три группы. Его мощь. Судя по всему. А нет, еще и синяя группа. Давай в синюю. Сольем кого-нибудь сейчас кпушит. Раста Гейминг. О, это, кстати говоря, бывший Спуди Мун. Да. А, тот самый? Ну, команда Спуди Мун. А можешь, пожалуйста, счет достать, как я его перепишу? Те самые Спуди Мун. Это неплохо. Ага. Раста Гейминг. Ты не знал, как слово... Кстати, у них как-то, по-моему, было через H написано. Да, Раста, скорее всего. Да. Так что... Восьмиклассница. Это тот
Восьмиклассник, который инвокер, да? Который инвокер, да. Это Зугзастик его зовут. Господи, восьмиклассник инвокер, а второй его любимый персонаж, дайте угадаю, наверное, любит хук давать. На самом деле нет. Клокверк. На самом деле нет. Я не знаю даже, какой у него второй. У него просто там типа челлендж какой-то, там 500 игр на инвокере подряд играет, я не знаю. Ну, тогда желаю ему... Слушай, на самом деле, ты сейчас как воду смотрел, я вспомнил, он на клокверке играл тогда супер крутой матч. Хорошо. Желаю ему удачно сдать географию, если в восьмом классе до сих пор сдают географию. Сдают. По крайней мере, хорошо. Теперь он знает, что в Череповце завод Северсталь. Это серьезное знание. Он теперь вообще знает, что есть Череповец, это город. Череповец — это город. А это что? Я думал, что это вообще череп. Вот какой-то коктейль. Коктейль, да коктейль Череповец. Давайте у нас дальше. Называется Дарк Череповец, так что надо сказать, что Череповец. Но Череповец это темный. Нефильтрованный Череповец. Есть два Череповца. Есть обычный Череповец и темный. Это когда люди из Череповца решают идти на темную вставай. Сторону. Зеленая? Да. Опа. О, и что у них там у Гудка? Pineapple и New Slaves, я думаю, что... Вы что-нибудь знаете про эти две обреченные команды? Обреченные команды. Да. В общем, проблемы у парней могут прямо сейчас. Давайте коричневую группу, прямо сейчас. Коричневую? А подожди, нельзя, коричневую еще нельзя. Еще не закрылось, да, еще слоты есть. Еще есть... Ладно, тогда Сиан групп. Ты просто чувствуешь, что сейчас меня вынут, наверное, да? Хочет я в коричневую опустить, понимаешь? Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Игорь, сделай эту кнопку уже, наконец. Надо сделать. Она дальше? Да, ну так давай, доставай в Сиан-групп. После красивых шуток. Под фонтаном гейминг. Там, правда, не фонтан, а... Написано как-то по-кривому. Фонтейн. По-английски. Только они, по-моему, ошиблись, пропустив одну из букв, но это не важно. Было бы клево, если бы... Я прямо написал так, как написано, короче. Хорошо. Было бы клево, если бы, конечно, под фонтаном гейминг попали против World Elite, а я знаю, как Гудок любит унижать соперников под фонтаном, и тогда бы название команды оправдалось. Под фонтаном гейминг играет под фонтаном. Может, они просто в честь балерины назвали. Кадлс, у нас два варианта. Кремовая группа и Джейд. Кремовая! Спасибо, Кадлс. Уже вообще ничего не решает. Просто... Блин. Ну ладно. Гейс. А, не Хэй. Хайгэ. Не знаю, что могло бы означать Хайгэй. Хайгэй. Это какая? Кремовая, да, была, Ир? Ты сказал, да, все. Все правильно. Я просто не слушаю тебя. Не надо так на меня смотреть. Мне сейчас пишут, что фанаты у Гудка появились, потому что я 10 раз сказал Тима Гудка. Хотя это Тима... Кейка, там, но я что-то не знаю, почему. А кто такой Гудок, и почему он популярен? Да, я не знаю, вообще-то про Гудка начали говорить еще час назад, когда мы с Мобстером вели Фрагбайт Мастерс, поэтому я, честно, вообще не знаю. Джейд Групп, Ир. Последняя, завершающая эта серия. И сейчас уже будут формироваться. Опа, это опа. Я, и куда мы попали? Платипус, Тим Платипус. Бурит. То есть... А про этих вы что-нибудь можете мне сказать? Нет, никто не знает эти такие. Ну, слава богу, это хорошо, потому что, скорее всего... Легче будет, да? Главное, что... Я не успел. Нет, хуже всего было бы, если бы мы попали к World Elite, потому что тогда, я не знаю, если бы мы выиграли, все бы говорили, что это специально, чтобы все обе наши команды вышли. А если бы... Ну, тут единственное, как бы... мне хочется, чтобы попала The Team к нам, как бы, в группу. Во, кстати, еще женская команда-то еще активна. Ира. Да. Подожди, не доставай. Ну что, вот сейчас будут последние уже команды, после сейчас группы уже будут заформированы. Пусть последнюю команду сразу достанут ко мне в группу. Я хочу знать, кто будет против нас. Давай. Хочу, чтобы это был The Team. Давай. То есть мы сейчас тащим, да? Давай, женщина. Да. Давай. Прости. Ты можешь, я... Что там? Extreme Motion. Короче, ну, Илья, я не знаю ни одной команды, которая попала. Хорошо, да мне и не надо. Я не парюсь от всего. Это лучше, чем если бы вы знали и сказали, что пора под стол прятаться. Мы вчера обыграли, во всяком случае, нашим стаком команду, которая 300 матчей вместе провела. Для нас это был первый. У Мэдисона Джейд Групп, если вот вам интересно. Да, но если что, это не команда Гудка и Нексуса, они в зеленой группе. Я играю с друзьями. Не потными, ничего такого, не переживайте. Ну что, идем дальше, закрываем еще одну группу. Давай закроем эту
Коричневый, может. Дикхаус. Ну, это только точно в коричневую, наверное, да? Ну, потому что сказал коричневую, что пускай будет коричневый. Она достала до коричневой, то ли? Нет, нормально достала. Попала. Ну да, член. Все по таймингу. Дикхаус. Сейчас только не доставай ничего. Браун, групп. Я всегда считаю, что Дикхаус — это там, где Браун. У нас, кстати говоря, в группе было рассуждение, Дикхаус — это членодом или не членодом. Я думаю, что это в честь, ну, естественно, компании. Да. Продакшн. Давай в персидскую группу засунем кого-нибудь. Персидскую? Да, в Херадоте, ДПВЗ туда. Блуди Феникс. Господи, еще один Феникс. Да. Сейчас мне надо своим тиммейтам написать. Пацаны, зацените. Да, короче, наши Тима какие-то Бурито Сис Москоу. Там бурито с что-то там с томатом. Сыром и салатом. Да, с сыром и салатом. Кадлс, давай, какую группу закрывать будешь? Розовый, давай покончим с ней. Покончим с розовой группой, наконец-то. Five Gaming. Слишком много женственности. Гейминг минус. Там Fire или Five? Five. Как, типа как Moscow Five, только... Только не Moscow. И только не Moscow, да. Говорит, тоже смог бы стать рэпером? Я да. Кекс вчера 75-3 сыграл на Эмбере. Да, было дело. Ну что? Это тот самый матч. Антон, что закрываем? Так, ну давайте подумаем, что мы можем закрыть. Давайте-ка синюю группу закроем. Синюю? Да. Догон 5. Какие-то разговоры ходили про эту команду, не знаю, сильная, не сильная, но что-то про нее там писали. Да это, наверное, сам капитан Догон 5 написал. Бойтесь Догон 5! Тоже 8-летний школьник и Череповца. Ну, я вот бы красную группу закрыл. Красную? Кстати, Хуяг, вот эта команда Хуяг, которая, она расшифруется как How are you gaming, типа. Justice Dux. Merger DI пишет в чате. DPVNZ тоже говорят. Да, DPVZ, короче, говорят, сильная команда. Ну, мы это мы знаем. Ну и Bloody Phoenix там, то есть вот это реально группа смерти, по идее. Ну, если, конечно, Bloody Phoenix не форсит их собственный капитан, что тоже вполне возможно. По ДПВЗ точно я тебе могу сказать, что эта команда очень хорошая, прям совсем-совсем. Они у нас, по-моему, второе место занимали или что-то, или третье. Ну, это радует, на самом деле. Я помню, что второй команда, это где прошлого сезона, это где Art of Nevermore был, но они, по-моему, сразу в Pro будут играть в дивизионе. Так что я не переживал особо. Главное, что я вот уже сижу на расслабоне, на самом деле. Но это только первая жеребьевка. Там еще будет потом еще одна, еще одна. Ну, это ничего страшного. Вот мой максимум был из группы выйти. Я пока вижу, что все возможности есть. Да, да, пока есть возможности. Ну что, Кадлс, что закрываем? Что у нас там осталось? Желтая еще, да? Желтая любимая группа Мэдисона. Желтый. Определила. Десептива. Не знаю, что бы это могло значить. Я тоже. Кадлс, это есть какой-то еще бы одну перевод? Банку, еще бы банку. Я бы вам перевел, но я просто не видел. Это был бы обман. Думаю, у нас тут Данила, специалист мирового уровня. Три класса учил в английский, да. Как у тебя, что такое Deceptive, Кадлс? Ну, Deception — это обман. Ага, то есть это типа... А это как бы заклинание с Гарри Поттера. Заклинание с Гарри Поттера. Все резко прояснилось, прекрасно. Петушиная команда. Мне она теперь не нравится. Ненавижу Гарри Поттера. Антон, что закрываем? Гарри Поттера. Гарри Поттера закрыли уже несколько... Ладно, тогда закрываем... давайте белую группу. То есть вот генералу, да, кого-то? Вот генерал тоже сильная такая. Не забывайте, что там еще команда SN Dance. Мои собственные фавориты. Люркор Аутмор. Мори. Я даже не знаю, что это... Туркер. Лето. Туркер аут мепл. Какой-то фашистский лозунг. Ну, напиши. Люркер аут мори. Ты дойч. Я тут видел, короче, в одном паблике выкладывали письмо Тесака с зоны, где он ручкой писал, но
В общем, я ничего прочесть не смог. Такой почерк там был. Вот это мне напомнило. Письмо Тесака. Вот эту бумажку. Ничего не понятно. Ира? А, ну я не знаю, решайте, решайте пока. Какие цвета свободны? У нас томатный. Свобод... Хорошо, опять ты что, ты что, не ел что сегодня? Ты три раза подряд за стрим кричишь, томатный. Лого. Хорошая команда. Тоже у нас играли раньше. Не сказать, что суперсильные, но приятные ребята, в принципе. Как приятные ребята описывают скилл? Ну, типа, примерно. Приятно поиграли. В смысле, короткая игра была? Вообще короткая была игра. Действительно приятно. Да, короткий это приятно. Да-да, мы, кстати, я эту команду неправильно переписал. Вместо EVT Crew написал EVT Group. Прошу прощения у команды. Ну, это я виноват. Это... Админ уже жалует? Ой, в смысле... Ребята уже жалуют. Вот, первый косяк обнаружил. Первый? Так. Ты Rust Gaming написал неправильно. Я написал через H. Череповец, я напомню тебе. Ой, вот только не надо про Череповец сейчас. Да, Череповец несколько раз менял название. Это группа вся такая. Ну, то смотрите, EVT группы, да, Короче, зеленую группу заполнили или нет? Зеленой группы нет. Давайте ее заполним. Давай. Конечно, сейчас The Sims, смотри, будет 100%. Да! 100%. Женская команда попадает к World Elite. Кексу, господи, Кекс же обожает играть. Я ж наколдовал, ребята. Кекс, если ты смотришь сейчас стрим в скайпе, чувак, вам попался женский стак вам попался в группу Кекс. Кекс, я обязательно возьму этот матч себе, я его буду комментировать, Кекс. Кекс, ты же знаешь, что надо делать. Женщины никогда не пишут ГГ. Это значит, что опять будет 70 фрагов на Эберспирите, как минимум. Если он сыграет 75-3 в официальной игре на турнире, это вот действительно будет достойный результат. Короче... Если он сольет. Костя, если ты меня слышишь, все, я все никому еще не говорил. Так, я обещал по 1000 каждому, если команда за Team выйдет из группы, да? Да, кстати... Ну, удваиваешь? Я могу... Ну, блин, это получается у вас тут трое, это получается 6000. Тогда давайте, если она не выходит, вы мне тоже что-то делаете, иначе как-то... Так, я не подписываюсь на это. Я тоже не буду сейчас спорить, мне хватит 3000. А о чем спор? Короче, если женская команда за этим выходит из группы, Мэдисон нам всем дает по 1000. Удваивает уже, по 2. Нет, тогда придется что-то еще. Если папа выигрывает в доту? Да. У Нексуса, и Баха, Алоха, Дэнса и Гудка. Надо квартиру ставить. Давайте дальше. Давай оранжевую группу закрываем, к чертовой матери. Оранжевая группа. Lotus Gaming. А почему так помечено? Как? Хотя, Игорь, помнишь, как Эвка обыграла Касса? Помню. Потом оказалось, что это была не Эвка. Там, кстати, капитан этой команды просил передать ему привет. Так вот, я передаю ему привет. Сколько это стоило, скажи? Возьми вдоль нас. Возьми нас в долю, да. Сколько можно? Там все там миллионы в своем Киеве зарабатывают. И в Европе уже живет, черт подери. Давай дальше. Видимо, капитаны команд так форсят свои коллективы, что аж ставят почку меда на то, что Gold State выиграет. Почку Мэдисон? Я бы не стал ставить. Насколько это ценная ставка? Да, потому что не оправдает она ожиданий. Давайте дальше. Мэдисон, ты ручаешься за свои почки, скажи честно? Да, эти почки, они рубля не стоят. Ребята, еще. Вы еще печень мою попробуйте выцегнить. Это все уже давно не работает. Есть много органов, которые почти отказали. Легкие, печень, почки, член. Все это вам не нужно, ребят. Другое что-нибудь. Короче, берите глаза, пацаны. Нет, минус 5 никому не советую. Другое. А если у человека есть минус 7, ему будет как грейд, так что можно. Хреновый грейд, по-моему. Хорошо, серую группу закрываем, Юр. Да. Ферро. Ты действительно хочешь есть, мне кажется, Ферреро. Тебе давно не покупали шоколадки? Конечно. Да, на Украине же ни у кого нет денег на Ferrero Rocher. Конечно. У них годовой бюджет, это как вот одна такая из четырех Ferrero Rocher-шек пачка. Это мы... Да, все. Сало в шоколаде. Кто-то пишет, что у Мэда работает, кроме сфинктера. Ребят, вы и тут не угадали вообще никак.
Ты разваливаешься уже. Друзья, если вы хотите внести, есть команда, если вы хотите внести изменения в состав, вам нужно написать на скайп, который есть у капитана. То есть вот только туда, и капитан об этом в курсе. Если вы пишете в другое место, вы будете проигнорированы. Сурово. Очень сурово. У нас осталось 4 группы. Это бирюзовая группа, фиолетовая группа, лайм-группа и кремовая группа. Я, кстати, предлагаю, если сейчас меня смотрят девушки из команды The Team, мы с завтрашнего дня своим стаком будем играть, наверное, тренироваться оставшиеся дни. Ну, может быть, у нас там пара стендинов будет, потому что не все всегда могут, но если хотите, мы можем играть с вами клозики до самого начала турнира и тем самым поднять друг друга скиллы. Я вам расскажу, как контрить, например, Гудка, хотя это невозможно. Посмотрим, выиграет ли World Elite. В общем, вы знаете, куда писать, девчонки из The Team. Знаю. Да, Игорь, покажи скайп. Нет. Я же тебе сказал, что тебя переименовал, успокойся. Так, тем более не показывает. Тогда, ну, если Вендетта спросите, ей можете сказать. Я готов. К Вендетте. А ты боишься Досю? Нет, а у нее же тоже муж. Тогда любую другую тёлку, у которой нет мужа из-за Тима. Я просто знаю только эту Вендетту, потому что вы про нее сказали. Да. Так мне вообще пофиг. Мы ничего не говорили. Я вообще не знаю, кто такой Доси. Ну что? Кремовая группа. Вот, наконец-то Антон взял инициативу в свои руки. Давай, Пилигрим. Пилигрим. Ну это говно, команда сразу. Ну что ты вот... Так нельзя говорить. Так нельзя говорить. Да я шучу. Это комментаторский штамп. Все нормально. Нет, это может быть и комментаторский штамп. Комментаторский штамп, что команда говно? Нет. Это про что такое? Комментаторский штамп, но я думаю, что понят буду верно для фанатов, которые смотрят этот стрим. Да, нет, при чем тут это? Я имел в виду не дебильную фразу про комментаторский штамп из FIFA, хотя ее да, тоже. Да, но ты говоришь, имел... и понят, буду верно. Я имел в виду группу. Я имел группу. Да понимаешь, кто выигрывает борьбу, тот выигрывает и матч. Антон, неужели ты этого не понимаешь? Я просто имел в виду группу Пилигрим, которая... Ладно, забейте, это слишком. Ну, я вижу, там, смотри, там все еще поняли, я так смотрю сейчас там. Да. Еще назвали тебя, что ты штампуешь. Штампуй. Ольдскульная шутка, я кончил. Вообще, прекрасно, прекрасно вообще. Идем дальше. 3 группы осталось. Карлс, выбирай. Бирюзовый, цвет сексуальной неудовлетворенности. Крем. Или... Крем уже только что Пилигрим был. Давай цвет сексуальной неудовлетворенности. Я так и знал, что ты его выберешь. И Жанна Поле Готье. Жанна Поле Готье, давай. Группа Жанна Поле Готье. В темноте. О, вот это команда. Слушай, там на самом деле в фиолетовой группе назревает вообще прям конфликт, потому что там, смотри... Реал Стрит Маврик. Реал Стрит Маврик Хаслер 228 и в темноте. Это Авико и в темноте. Это будет заруба. Но в темноте вроде бы не было во втором сезоне. Ну, они были в первом, и они очень сильные. Они очень сильные. Ну, мы не помним составы, так что, возможно... По шкале на 10. Мог измениться по легко. По шкале на 10, по нашим меркам, они на девяточку. Они тогда чуть не обыграли этих... этого... Как его там зовут? Генерал. Сёму. Они третье место заняли тогда в первом сезоне. 2 группы осталось. Лаймовая и бирюзовая. Лаймовая. Послушай женщину и сделай наоборот. Бирюзовая. Что? Блад. Да, ты это английско. Да, прольется кровь. Так и напишу, да прольется кровь. Ты только потом запомни, а то... Blood shall be... Короче, BS... БСБС, получается. Команда, представляющая женские месячные. Кстати... Ой, ну это вообще было совсем. Пам-пам-парам-пам-парам-пам-пам. Отбили мы твою шутку. Кстати, я хотел сказать про... Но теперь вылетел после из головы про... Последняя команда, да. Ангу. Может быть, Энгри. Наверное, Энгри, конечно. Энгри должен был быть, но они указали так что... Я ничего не трогаю. Все хорошо. А у меня на стриме ты трогаешь свое лицо. А теперь шапку. Черт. Кстати, после того, как ты напомнил этот случай про скайп спаленный, ко мне снова начали добавляться. Причем какие-то люди с аватарами, с усатыми мужиками, уже третий. Такие, знаешь, как педофилы такие, улыбающиеся и добавляются. О, кстати, а где ты набьешь, Игорька? Да и снизу на ноге, на правой. Там, где носок кончается. Я бы набил на груди. Это полный бред. Ты чё, если кто-нибудь из девушек захочет поцеловать мою грудь, ты
Я не привык, когда девчонки смеются над чем-нибудь, кроме моего пениса. А грудь это все-таки слишком... Я над этим даже не задумывался. Нет, действительно, я набью... Просто я знаю, что бить на внутренней стороне ноги очень больно. Так бы я, конечно, туда ее спрятал, но придется на внешней правой ноге. БСБС, кстати... Как, куда они попали? Лучше это самое... В эту, короче, в Тиан Групп. Это, короче, команда, которая обыграла... Да-да-да, спасибо, что напомнили. Оказывается, это та самая команда из Про-серии, которая обыграла на прошлом Кубке Раков в финале Кекса Декстера, у которого 7000 рейтинга. Нет, все, забейте, это не та команда, та не заявилась на этот турнир. БСБС, это когда... которая выиграла еще предыдущий Кубок Раков, это когда чувак из каких-то Чебоксар тоже заявил 4 греков к себе в тиму, не знаю, где он их нашел, и выиграл. Предыдущий, но там состав был слабее, они тоже Кекс в финале победили, но там состав участников был не очень большой, так что... Но команда тоже победитель Кубка Раков, так что определенный скилл у них есть. 4 грека в ней. Помахай рукой, поулыбайся, сейчас ты пропадешь. Ну что, вот он такой, друзья, состав нынешнего сезона. Жеребьевка доступна сейчас будет прямо у нас в группе ВКонтакте, vk.com/herodota. Также мы сейчас ее повесим, наверное, завтра с утра повесим на сайте уже, на наших сайтах, прямо вот так вот даже можно сказать. Короче говоря, будет доступно везде, где только можно. Расписание будет сформировано где-то, наверное, дня за 4-5 дней. То есть на протяжении 2 недель вас ждет постоянно Dota. Еще хочется сказать то, что по драфту. Вот, завтра будет открыта регистрация на драфт. Мы решили немножко изменить правила. Будет теперь не 5 человек в команду набираться, а 7 человек в команду сразу. То есть без вот этих вот дурацких подзамен будет. Ну и, в общем-то, как-то так. Игры будут... Сам драфт будет происходить во вторник. Регистрация, соответственно, в понедельник. Ну, а игры будут в среда и четверг по вечерам. То есть 2 игровых дня. Всего-навсего мы ищем 49 человек. Нет. Что это я говорю? 56. Я запутался, короче. В общем, мы... 8 на 7. Сколько будет 8 на 7? Черт, я слишком слаб. Короче, смотри. 48. 48! Аллилуйя! Нет, подожди. 6 на 8? 48. Ты меня обманул. Надо еще раз прибавить. Что, Игорь? Короче, смотри. Стандартный получается. Калькулятор. Конечно. Стандартный калькулятор, это слишком сложно искать. 56. Будь уверен. Мы ищем 56 человек, в общем. Это вранье. 55. Ну, 48 плюс 7. Ты же 7 на 8 умножал. Плюс 8. Какой ты все-таки. Ладно. Да, подводя итоги сегодняшней жеребьевки, ближайшее событие — это драфт, который будет, соответственно, уже на этой неделе, и матчи драфта тоже. И подводя итоги из интересных каких-то вещей, команда Гудка, за которую все переживали, попадает с женским стаком в одну команду. Я думаю, вот будет интересный матч. В эту группу. Да-да-да, в эту группу, извиняюсь, оговорился. Команда моих друзей, если кому интересен состав, можете на Dota Buff зайти, в мой профиль, там она также называется Team Plenty Puss, попадает в группу, где никто никого не знает. Победители Кубка Раков позапрошлогоднего, оказывается, еще не развалились. Я думал, греки давно сбежали из рабства, но все еще тут. Они будут играть в бирюзовой группе. ДПВЗ и Блуди Феникс в персидской какой-то там... Чего там? Персидская голубая. А ты знаешь эту команду, да, Блуди Феникс? Ты ее знаешь? Ну, вроде как что-то очень знакомое. Я тебе говорю, вроде мы что ли играли против... Короче, я тебе так скажу, Херодота в этом сезоне достаточно сильная. То есть, вот... Ну, и то же самое вы говорили перед прошлым матчем, в прошлом году. Перед... Ну, это, там играли совершенно 6 других. Ну, хорошо, я тебе доверюсь. Но тогда получается, что это действительно одна из самых интересных групп, потому что... Я бы еще отметил Violet Group, там и очень вот это вот в темноте. То есть, тут тоже можно на них прийти посмотреть. Поэтому все эти группы вы отдаете нам с мобстером, а сами будете комментировать. Да ты думаешь, ты будешь только с мобстером комментировать? Russian Power, Урал. Не так. Нет, тогда дайте мне Кадлс, он шутит прикольно. Вот да, вот я хотел... Вот оно, признание, все. Мне просто не нравится ник ГНК, я не хочу. Это не ГНК вообще. ЖКХ. Кадлс, забери. Ты так и перед эфиром ушел от вопроса, что значит эта приставка к нику. Это вообще-то... Он мне даже не рассказывал никогда. Но может, я ему пёс из ЖКХ. ГХ — это вот никнейм, а К — это сокращение фамилии. Вообще это просто... Потому что лень было писать что-то грубо. Придумал бы что-нибудь веселое, типа голый хоккейный краб. Или, ну, много же можно разных.
придумать расшифровок. Да, очень много можно смешно придумать смешных. Он, ребята ДЦП придумали из Дарк Череповец. Это вообще просто уморительно. Лично я не знаю, как выглядит их лого. У кого-нибудь есть оно? Есть, все логи есть. Покажи, пожалуйста, на лого мне в чат. Какой, Череповец? Да, Дарк Череповец. Я, короче, всей душой, если бы у этих команд был шарф, вот как на футбольных, я бы... Сейчас я покажу тебе их логотип на стрим, покажу. Отличная идея, нам нужно продавать шарфы. Мэдисон, ты готов вообще к этому? Ну, я уже давно жду. Я как бы не просто так просил. Ир, ты помнишь, что там? Нет. А нам можно? Ты уверен? Официальный стрим все. Можно, можно, это нужно показать. Там ничего такого нет. Ладно. Но есть только с намеком понимать, как бы, это вряд ли. Вот, друзья, их логотип, чтобы вы знали. Это логотип команды Dark Череповец Players. Блин, ну так... Ждать придется, все уже видят. Ребят, мы из прошлого сидим. Они вообще-то видели, одновременно с вами увидели, потому что... А, да? Ну ладно. Я думал, это работает как машина времени, мы типа в прошлом. Они, видимо, даже не старались. Слушай, я че думаю? Они просто взяли картинку просто из интернета, как и я. Б, баклажан. Не знаю, к чему бы это. Ну, в любом случае, Дарк Череповец, вы все равно остаетесь моими кумирами, хотя я надеялся на черного плаща какого-нибудь на фоне Череповца. Не знаю, почему у меня такая ассоциация. Ну, в общем, вот такая вот она какая-то жеребьевка получилась. Результаты будут прямо сейчас в группе ВКонтакте. Кстати, сейчас прям залью, пока... Может быть, баклажан какая-то скрытая концептуальная. И перед тем, как заливать... Погоди, извини, я тебя перебью, Кадлс. Надеюсь, если ты мне достанешься в партнера, этого больше не произойдет, поэтому прошу у тебя прощения. И хочу попросить Игоря, перед тем, как заливать это в группу, на всякий случай, потому что это уже официальный документ, можно сказать, на всякий случай перепроверь, пожалуйста, все названия, чтобы быть уверенным, что ты их правильно переписал в соответствии с заявками, которые были присланы нам, точнее вам, но куда они были присланы. Ну ладно, тогда сверим сначала, потом не будем заливать. Ты так грустно это сказал, что заливай прям. Я проверю. Нет, просто не хочется оказаться в такой ситуации, что картинка, которую хочется использовать... Поделиться хочется со всеми. Да, показать друзьям, возможно, и так далее, чтобы она несла в себе хоть какие-то обидные ошибки, неточности, соответствие с действительностью. Ну там знаешь как, там некоторые команды сами ошиблись в названии своих команд. Пум-пум-пум. Нет, если они ошиблись, делая заявку, возможно, они просто плохо знают язык, на котором выбирали это название, в этом ничего нет страшного. Значит, команда так и задумывала. Возможно, это была специальная ошибка, не вынужденная. И таким образом ты вредишь авторскому замыслу, исправляя эти ошибки на то, что, собственно говоря, сам считаешь верным. Может быть, людям больше нравится так в конце-то концов. Ну, короче, принизил ты меня, я понял, все, да. Нет, мне просто захотелось поговорить. Как дела вообще? Нормально. А почему ты спрашиваешь? Сейчас, может быть, я вам какую-нибудь атмосферу сделаю сейчас какая-нибудь, чтобы вы могли нормально поговорить? Музыку мы все равно... YMCA, да. Мы не услышим. Я так понимаю, это молчание... намекает нам на то, что сегодняшний жеребец... Что тебе первого шага? Нет, ну, я думаю, что не при людях. А мы в эфире вообще? Или... Да, в эфире еще, я не знаю. Нет, я так понимаю, что официальная часть и вообще уже все, что нам... Все закончилось. Да, все закончилось, поэтому мы потихонечку закругляемся. Архив наверняка будет выложен либо на канал... Ну, видимо, куда-то он будет выложен в любом случае, так как и... Вводы все есть, вот будут на канале, соответственно, GamePilot, поэтому вот остальное. Ну, значит, и жеребьевку, скорее всего, именно туда надо заливать, передайте это пожелание. Да, ребят, хотелось бы тоже очень важное сделать объявление. Подписывайтесь сейчас на Twitch GamePilot, потому что игры будут проходить здесь. И чтобы не пропустить ни одного игрового дня, подпишитесь и будьте в курсе всех игр. И нет, пока... Нифига. Такой прям... Подпишитесь и будьте в курсе всех игр. В курсе всех игр. Ждает, а тебя еще Игорь зовут.
Так, вот, короче, подписывайтесь обязательно вот внизу на Твиче, на GamePilot канал. Серьезно, там всего 3700 подписчиков, это мало. Мы не пытаемся накрутить, просто так будет легче следить, потому что мы не уверены на 100%, что мы договоримся с выводом, там, допустим, этого канала где-нибудь на Dota 2 ру или еще где-то. Поэтому, чтобы вы ничего не пропустили, а поверьте мне, что, ну, большинство, может быть, там из меня пришло, кто-то, может быть, личный фанат Cuddles и так далее. Мы все будем здесь очень привет. Долго. Мам, привет. Да, привет. И мы будем здесь... Лидия Борисовна, счастья вам, здоровья. Мы будем здесь очень долго и много стримить. Нам уже, например, ну, кроме Cuddles, всем заплатили, поэтому никуда мы не денемся. Чего ты контору-то палишь, Илья? Да ладно, ничего страшного. Кадлс там наживится 30 рублями с каждого билета, еще всех нас купит. Купит. Несомненно. Билет будет на следующей неделе, видимо, после обновления. Но уже все они написали, что все хорошо с этим будет. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. С вами были Кадлс, Мэдисон, Мобстер, Фанка и Игорь ККК. Или как Игорь? В порядке популярности. В порядке популярности, да. Просто сейчас... Все правильно. Ну что, прощаемся и до новых встреч, друзья. С вами была Херодота, и у нас впереди полтора месяца самой, что ни на есть, нон-про доты. А потом уже и про доты. Ты адмирал Анал. Смешной жених был.